Ну, стратегия матча была достаточно особенная, потому что плотность сверху достигла уже раскаленной сковородки, я бы сказал так, в кавычках. Каждое очко, сегодня потеря очка или приобретение трех, это очень значимо. Поэтому поднимали ответственность, ребята поняли ответственность, поэтому задача была сзади ноль сыграть. И учитывая нашу группу атаки, достаточно быструю группу атаки, мы искали пространство, чтобы реализовать моменты. В первом тайме моментов было много, до 35 минуты где-то примерно. Потом немножко прогнулись, пару ошибок, и прогнулись вниз. Но реализовали момент, хороший гол забили. Во втором тайме мы не играли по счету, мы играли так же. У нас задача была давление каждого, потому что понимали, что переднего фланги хорошие, достатки много штрафную, а учитывая быстрое поле и наигранные вещи при достатках штрафной площади фланговых атак, соперник достаточно агрессивен. Поэтому мы все равно старались прессинговать высоко. Ну и в целом нашли ошибки и забили два гола хороших. Я думаю, заслуженно победили. Спасибо. Вопросы? Сергей Владимирович, вопрос, с чем связана ранняя замена Игоря Ивановича? Еще раз. Игорь Иванович довольно рано покинул поле. Здесь чисто момент такой, что он не тренировался почти неделю. 2-3 дня поработал, нам показалось, что он как бы вроде бы готов. Но вот на этом поле вязко, мне кажется, он подсел достаточно сильный. Плюс такая невынужденная желтая карточка эмоциональная. А в таком матче, когда очки на весу, то рисковать нельзя. Потому что я вижу, что у парня что-то не получается. Он эмоционален, а игрок высокого уровня. И в такой ситуации он может быть на эмоциях. С черной ошибкой мы получим красную карточку. Поэтому ясно, что будет чисто стратегия. Надо правильно. Управление игрой называется.